рекордов ждали и от супертяжеловесов Александра Крыловича и Анатолия Писаренко. Анатолий Писаренко, Советский Союз, третий подход. В рывке Писаренко рекорд установил. Но в дальнейшем не вес штанги, а психологический груз борьбы. Вот что, пожалуй, оказалось не под силу двум лучшим нашим атлетам. Разочарование зрителей, почти все подходы супертяжеловеса в толчке были неудачны. Чемпионом стал Анатолий Писаренко, но и он явно недоволен. I'll be back.